Всем привет, вы на канале Вованчик 85, мы продолжаем выживание, War of Mine. Вернулись мы с ходочки, принесли всякую гитару, зачем нам гитара? Мы ее принесли. Так. Мужик, голодный, какой он устал, иди сюда, женщина, голодна, устала, ты голоден, женщина. Чтобы сделать, короче, что-нибудь идет. Ты иди готовь суп, два супа. Ты иди поставь воду. Ты смотри, что здесь. Надо доски. Ты сюда. Делать. Так, ты приготовила, да? Голодна, кушай. Где эти мелкие? Не поешь тушенки. Ты спать. Ты есть. Ты устал. Ты поешь. Иди поешь. Тушенка пока, значит, надо есть тушенку. И все, вообще пожу тут так. Барыга. Ешь. Барыга. Барыга, че? Здорово, барыга. У меня так ты лично, давай. Наши вещи. Вещи барыги. Что хотите? Ууу, это что такое? Честно говоря, довольно распространенный товар. Окей. Так. Можете получить почти даром. Что-то они уж раз говорили, что кофе им нравится. Это я так. Честно говоря, это довольно распространенный товар. Вот, дрова нам нужны, да, дров? Так. Не влазить. Нам не надо, короче, нам вот автоматов 7 штук. Очень щедро с твоей стороны. Давай больше. Не знаю, что-то еще делать. Рюрик. Еще там средство. Давай автомат. Нет, автомат. Вообще у нас как бы запасы оружия просто феноменальные. Мы вынесли там столько всего. На тебе автомат, короче. А, так. Нам надо трава. Давайте кто-то возьмем остатки. Сейчас договоримся, так договорились. Что еще? А, бинты у нас есть, еда у меня будет бинты. Лекарства есть. Сахар. Интересно. Свободен. Все, до свидания. Ходи. Что ребенок хочет пообщаться, общайся, ты спать. А, подожди, так, нам надо было 26-23, да? Так, кто-то может что-нибудь сказать. О, никаких мыслей нет. Не спят, играется, что-то. Крысы что-то опять нам не ловятся. Не знаю, почему плохо так рассылается вообще. Три штучки. Можно суп на свалить. Что-то не поводить, даже
7 штук, да, 8 штук, это нормально. Все, наобщался с ним. Так, ты не умеешь что говорить. Иди послушай радио. Иди попробуй на скакалке. Сита спокойно. Ну, что-то по радио. Предводитель. Громоцкой. Громадийской федерации пообещал, что их войска завершат конфликт. Разнавии в течение нескольких дней будут какие-то слова страны. Армия Громоцкой Федерации пересекла границу и беспрепятственно вступила. Должна достичь города в течение 2-3 дней. Ну, война может кончиться. Так, то же самое. Армия Громоцкой Федерации пересекла границу и беспрепятственно вступила. Завершаем день. Так. Охранять. Спать в кровати. Убивать. Так. Может, обмен. Центральную площадь составишь, возможно. А, так, я играл, помню, там какой-то раненый чувак был. Из детей дополнение, которое было. Нужны бинты. Возьмем бинты. О, у меня есть снег, нифига себе. Откуда у меня снег есть? Круто. Так, возьмем бинты. Я не знаю, больше чего. Давайте бинты только возьмем, пойдем посмотрим. А, ну, все нормально, мы снайперов сняли. Когда это закончится? Вообще вы ходите, все отлично. Вообще, город спасен благодаря чуваку просто, Кристо. Вообще просто освободил город. Нормально, тут народ только живет уже на площади. Вот, тут два барыги. Нифига себе. Ром, виски. Нифига они продают тут бухло, сигареты. Нифига себе. Реально, я не знал, что так. Жратву продают, нифига. Офигеть. Юра. Так, а ты что продаешь? Тоже жратву? Лекарства. Баян. Круто. Трамвай зашел так. Что тут у нас? Замок. Чаще. Офигеть. То есть надо было брать Фомку. Ладно, так, возвращаемся. Значит, понятно. Отлично, что? Все, выяснили, что здесь. Тут тоже с тобой может рваться. Ты что подаешь? А, рваный вроде жилет подает. Гитара поломана. Че, нам дрова нужна? Зачем это? Что быстрее сделать?
Короче, ничего не будем покупать. Так, возвращаемся. Бежать к выходу. Все. Что там? 32-й день у нас. Вообще, где что-то дней 40, наверное. Напали. Кто напал? Кто это сделал? Кто-то пытался ограбить нас, да. К счастью, мы все были вооружены. Чтобы отбить атаку, мы потратили 5 патронов. Патронов, если честно, сколько? 185. Было 190. Так, мужик. Тебе должно хватать, наверное, уже всего. Да, сделать. Не знаю зачем. Просто сделать. Плюс 18. Печку подтопи. Закрой дверь. Давай. Ладно. И в эту закинь. Быстрее беги. А, все, не закинуть. Готовь. Тебе. Сделай так. Все? Болтались? Нет. Так, у нас есть фомка, что ли? Да, у нас есть. Все? Все, нет? Покушай. Ты. Покушай, не ты. Не знаю, не посиди в кресле. Делать нечего. Закрой дверь. Какой он устал, голоден сейчас. Нет, ты иди прибегай, это обратно. Ты болтай с ней. Ты иди сюда. О нет, вот иди сюда. Поймалась крыса. Вот крыса. Так, ты можешь приготовить еще один суп. Вот сделай два супа еще, да. Так, разговаривай. Делать. Кто идет? Ох, нифига. О, это тетка, у которой мы спасали себе. Кое-что есть. Такая граната в окна. Так. Кто там? Здорово. Че, как она? Поблагодарить нас? Ну, давай. Кофе. Могу дать тебе. Спасибо за помощь, я чувствую себя намного лучше, даже не хочу думать, что было со мной, если бы дети не сходили к вам и не просили. У нас мало что есть, но я сохранила немного кофе для мужа. Он обожает кофе, но я давно о нем ничего не слышал, он где-то воюет, кто знает, я походу его застрелил. Хотя, может, нет. Когда он вернется, возьмите кофе, все будет хорошо, спасибо. Нам не надо кофе. Нет, нам не надо. Оставь мужа. В смысле ты пойдешь к другим? Я говорю, оставь мужу кофе. Зачем мне? Есть кофе, кстати. Нет, я его продал. Я не пью кофе. Нет, я пью кофе. Он не пьет кофе. Устал. Так. Паньки. Ты. Вода. Ты. Мяк. Мяко все. Устал, голоден, покушай. Ты. Ты все время объевшийся. Она жрет, походу, крыс ловится. Поэтому у меня не ловится крыса. Сделать. Бежит толстый жрать. Шонку сожрал. Так. Спать. Короче, отлично. Завершаем день. 32 завершили. Война окончена. Вот это поворот! Вы выжили в войне. Поздравляю. Поздравляю всех, мы выжили в войне. Но я могу сказать, мы победили в войне, значит. Мы уничтожили, короче,
всех военных в городе, что были. По крайней мере, где нашли и встретили. Мы никого не ограбили. Мы не убивали мирных людей. Мы были немного, конечно, ранены. Да и вообще у нас все было отлично. Ну как, не знаю, на завершение игры, наверное, сказать стоит. Не стоит воевать вообще, как бы это достаточно таки хреновое занятие. И самая большая проблема — это кушать хочется. В игре было явно видно, что еды не хватало, и в жизни, в самом деле, мы бы так не воевали, не шли бы против, сколько там было, КПП солдатское, 8 человек, да, с дробовиком, сидя за дверью, я не думаю, они бы нас с гранатой одной выкурили сразу, да и стрелять бы нам не дали. Ну, в общем, всем спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, оставляйте свое мнение об игре. Всем спасибо, всем пока.